Меня зовут Калам Каз. Я хочу поделиться своим отзывом о своем муже. Он проходил индивидуальную сессию у Игоря Ким, ну, примерно где-то, наверное, месяц назад, может быть, полтора. Какие изменения я в нем заметила? У меня такое чувство, как будто он помолодел. Он стал легкий, намного легче утром просыпается. В нем появился такой какое-то желание жить. Совершать какие-то новые проекты, развиваться в тех направлениях, которые до этого, возможно, он как бы, ну, относился скептически. Стал он намного... Я не могу сказать, что он был пессимистом, но как бы оптимизм прибавилось. А проекты, над которыми он работает, если они не дали тот результат, которого мы ждем, по крайней мере, они сдвинулись. Для нас это большой показатель, потому что после года застоя как бы прорисовывается картина того, что те проблемы, с которыми пришел Чингиз, что они уже разрешимы. По крайней мере, он в это верит. И, ну, это же самое главное, когда человек верит в то, что он делает, или в то, что у него получится. Вообще, мне кажется, вера – это, ну, таким одним из основных моментов в жизни. Были проблемы, но они на самом деле до сих пор есть. Но факт в том, как он насмотрит на эти проблемы, что он видит. Раньше, если он видел проблему, то теперь он как бы убрал вот эти все эмоции вокруг этой проблемы, и теперь он видит просто ситуацию, которую необходимо решить. И если всегда нам казалось, что она решаемая, то теперь мы верим в то, что она разрешится в ближайшем будущем. Я думаю, так оно и будет. Внешне, насколько он изменился, он как будто похудел. Ну, он стал стройнее такой и моложе. Ему вообще было характерно круги под глазами, но они стали меньше появляться. То есть эти круги у него появляются в том случае, когда он сильно там переутомляется. А этот период жизни, видимо, был такой, что они постоянно были темными. Сейчас они намного посветлели. Следуя совету супруга, я тоже решила пройти индивидуальную сессию. И сегодня это произошло. Но я чувствую себя намного легче. Мне кажется, я уже говорила об этом, как будто я похудела. И исчез какой-то груз, который, ну, был на мне. Поэтому я еще буду наблюдать за теми изменениями, которые будут происходить в моей жизни. И обязательно с вами поделюсь.